Bet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі у нас 31 серпня, четвер. І це традиційне наше зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Романе, розпочнемо з того, що знову сталася трагедія. У вівторок, 29 серпня, на Донеччині за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації України. Екіпажі загинули. Повідомляють про те, що загинуло 6 наших пілотів. В кожному вертольоті 3 чоловіка. 2 льотчика і борттехнік. Это летно-подъемный состав, потому это все три пилота в вертолете. Но если два вертолета вышли из строя или столкнулись, скорее всего, это очень сложно, особенно на предельно малых высотах, очень сложно покинуть вертолеты. Практически нереально, потому что в старых советских вертолетах не отстреливается винт. Выйти из вертолета это еще хуже, чем остаться, называется. Порубит винтом, потому там очень сложная система покидания, и если нет высоты, нет времени на покидание, то это большая трагедия в этом смысле. А если два вертолета, еще раз повторюсь, скорее всего, это, опять же, групповая слетанность, то есть шли рядом и на предельно малых высотах обходили препятствия, могли столкнуться. Самий опасний вид польоту, групова слідка. Пане Романе, скажіть, будь ласка, це от можливе зіткнення двох гелікоптерів. Це, я правильно розумію, це не є недосвідченість пілотів, а це є просто надскладні умови польоту? Сверхсложне. Коли йдуть в парі, тобто групова слідкість, вона має йти рядом. И на предельно малой высоте это практически с огибанием препятствий. То есть вот идет вертушка, у нее скорость 200-250 км в час, и она подпрыгивать над каждым проводом должна, потому что если этого не сделать, это там доли секунды, а если в паре, то есть два вертолета рядом, то это очень сложные действия. А выше подниматься нельзя, потому что тут же попадает под луч локатора зенитно-ракетного комплекса российского. То есть вот прижаты, получается, лучами прижаты к земле. У вертолетов есть скорость хотя бы 200-250, там более-менее как-то можно еще. А вот у самолетов скорость 600. Она на этой скорости идти в метре над подсолнухами, именно так надо ходить, для того, чтобы не увидели россияне, то есть ПВО российское не увидело. В метре над подсолнухами учил меня инструктор, я учил своих летчиков. Вот тогда только невидимый для локаторов, а выше уже начинает срабатывать система об облучении, оповещение об облучении. Пане Романе, сьогодні, 31 серпня, знову відомо чергові атаки на позиції ворога. Не лише на тимчасово окупованих територіях, але й на території країни-агресорки. Що повідомляють? Що знову ж таки були удари по Пскову і по Брянську. А загалом екс-керівник розвідки Фінляндії каже, що атака дронів на Псковський аеродром є найуспішнішою за весь час повномасштабного вторгнення щодо російських аеродромів. У нас же є супутниковий знімок, де видно як мінімум два влучання в Іл-76. Пане Романе, от є інформація, скажіть, будь ласка, чи таке може бути, що ці Іл-76 перекидали якраз Псковську бригаду десантно-штурмову на південь, і цілком можливо, що вони були запаковані або технікою, або навіть і живою силою противника? Ну, потому как они горели, значит, они были заправлены авиационным керосином, а это подготовка к полету. То есть, скорее всего, они или были действительно с личным составом, или, по крайней мере, с техникой. То есть, они уже были подготовлены к выполнению боевой задачи. Потому есть такая возможность, такая, или личный состав, или техника, как минимум. Якщо говорити про тимчасово окупований Крим, знову є прильоти і як мінімум два влучання. Перший – це, повідомляють, Алушта. І кажуть, що в Алушті дислокувалася 126-та їхня бригада берегова. Я так розумію, це та, що саме була і в Перевальне, і вона перейшла в Алушту. І, пане Романе, зараз згадаємо також
Феодосія. Що відомо про Феодосію? Також влучання Феодосії – це неподалік від логістичного напрямку до Кримського мосту. Росіяни кажуть, що ми використовували ракету «Харм» AGM-88, але чи вона може дістати до Феодосії? Кажуть, три крилаті ракети летіло в Феодосію. Харми, они 150 километров, основная версия. Но есть версия ЕР с большей дальностью, с дальностью до 300 километров. Потому может быть такой вариант, что нам передали эту модификацию Харма, то есть с большей дальностью. И тогда, естественно, возможно, особенно в район Феодосии. Дело в том, что в районе Феодосии находится там плато, на котором расположены зенитно-ракетные комплексы, которые прикрывают подход с запада и с юго-запада, прикрывают подходы к Крымскому мосту. Несколько раз уже наши ракеты били по этим комплексам, правда, использовались баллистические ракеты, и потому может быть такой вариант, что «Хармы» заходили, вот эти «Ерки», если нам передали с большей дальностью, то это их как раз их цели. То есть ракета «Харм» — это противорадиолокационная ракета, потому есть, то есть это возможно, что они выходили на локаторы ЗРК, которые расположены в районе Феодосии. Також, пане Романо, головне управління розвідки повідомляє, що наші бійці зуміли зайти. Ми в Крим вже заходили, про це ми говорили, так? Також є повідомлення, що наші бійці зуміли зайти в Енергодар. Скажіть, будь ласка, це свідчення того, що ми прочистили плацдарм, ми зуміли якось відсунути сили противника і їхню контрбатарейні позиції? После подрыва Каховской плотины, взрыва Каховской гидроэлектростанции, вода сошла с Каховского водохранилища. Там есть возможность, Днепр практически вернулся в свое старое русло, тем более сейчас еще и с уменьшенным количеством воды. То есть есть возможность форсирования Днепра, примерно так, как мы делаем это южнее Каховки, Каховской плотины. Так же само наша разведка это делает и по дну Каховского водохранилища. Там есть некоторые проходы, которые уже подсохли, старые дороги, по которым можно двигаться. Они быстрее всего просохли от ила, и по ним можно двигаться. Естественно, подойти к Днепру, форсировать Днепр и дальше выйти в район Энергодара. Именно так выполняют, именно таким способом выполняют задачу наша разведка и в том числе Главное управление разведки Министерства обороны, которое на левом берегу находится уже не только Днепра ниже Каховской дамбы, а еще и на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. И Энергодар — это одно из направлений. Практически все, там около 100 километров левого берега Каховского водохранилища, они уже под контролем и под присутствием нашей разведки. Это стандартные действия разведгрупп, в основном рейдового характера. То есть они заходят, выполняют какую-то задачу, уходят. В основном задача либо минирование каких-то опасных направлений или минирование возле воинских частей, установка минных заграждений уже там в тылу противника, либо корректировка и доразведка целей, корректировка артиллерийского огня. Пане Роман, також російські засоби масової інформації, якщо їх можна так назвати, повідомляють наступне, що Україна, атакуючи Білорусь, Крим та територію Росії, вже зуміла знищити 24 російські літаки в тилу. Скажіть, будь ласка, от власне ті літаки, які не піднялися, це велика цифра для цієї війни? Ну, 24 самоліти – це где-то, може бути, чуть більше 1% всього авіаційного парку Росії. Ну, ми уничтожаємо самые опасные для нас самоліти борта. Ті ж Су-30, те же Ту-22М3, те же Ил-76, те же Ту-95 даже в Энгельсе. То есть это то количество бортов и те модификации и типы
самолетов, которые конкретно работают по территории Украины или они используются для отстрелов ракет и уничтожения наших объектов и убийства наших людей. А это количество уже где-то поднимается до 5% от общего количества такого рода самолетов. То есть, в принципе, 5% примерно самолетов, те, которые по нам работают, где-то до 500, то 25 – это, в принципе, нормальная цифра. Ну, до речі, пане Романе, нагадаю, що там на початку грудня 22-го року ми Венгліс 2 і Дягілєва атакували оці от Ту-95 і Ту-22М3. І от нещодавно також Ту-22М3 атакували. Наскільки я розумію, росіяни повинні цю авіацію після того, як ми регулярно б'ємо безпілотниками, ну, не ми, а долітають безпілотники. Відповідно, це вже не разова акція, бачимо, це вже набуває систематичний характер. Вони мають перекидати десь вглиб ці, я так розумію, стратегічні бомбардувальники. І наскільки це може відтягнути удар по Україні ракетній? Ми представники нації, яка уничтожує російську армію. І тому можна говорити, ми б'ємо однозначно, тому що наша армія, наш народ, ми всі вместе. Каждый на своем месте свою лепту вносит в победу. Потому мы бьем и будем бить, били, бьем и будем бить. То, что, допустим, часть самолетного парка, который вот мы сейчас уничтожаем, она восстанавливаемая. То есть, по большому счету, они производят некоторые, по крайней мере, некоторые самолеты не могут производить те же сушки, потому они их восстанавливают. А есть часть парка, которая невозможно восстановить, типа тех же Ту-95. Они уже их не производят, потому это для россиян безвозвратные практически потери. И вот эти самолеты, они пытаются, те, которые не могут произвести больше, они будут пытаться их увести за дальность действия наших средств поражения. Особенно стратегические или дальние бомбардировщики, по большому счету, они могут и обслуживаться либо на том же Кольском полуострове, но туда мы их достать можем. Значит, за Урал. Скорее всего, Ту-95, Ту-22, они перегонят за Урал, там до Украинки практически, до чуть ли не под Сахалин, до Амура могут перебрасывать. Они оттуда могут доходить. Это стратегические бомбардировщики, даже с дозаправкой они дойдут до точки пуска. Ну, а ту авиацию, которую они могут восстанавливать, и особенно уровня армейской авиации, они однозначно будут держать рядом с линией фронта, потому что у них подлетное время и боевые радиусы намного меньше, чем у стратегических или дальних бомбардировщиков. Поэтому у нас есть возможность уничтожать и дальше эту авиацию, которая будет оставаться на дальности где-то до 500 километров. Это основной боевой радиус всех практически самолетов, которые работают по территории Украины, такой средний радиус. А вот уже до стратегов будем добираться теми группами и теми диверсионно-разведывательными группами, теми аппаратами, которые вот работали по Сальцам, по той же Совослейке, да и по Пскову в том числе. Это внутренние группы, которые работают на территории России, естественно, с коптерного типа летательными аппаратами, которые также закупаются на территории России. Пане Романе, BBC, знову ж таки, трішки цифр. BBC підрахували, їхня служба з посиланням на BBC Verify, що з початку року по об'єктах Росії в Криму і на їхній території було завдано як мінімум 190 дронових атак. Скажіть, будь ласка, з початку року зараз завершується, тобто 9-й місяць. Це є велика кількість. Якщо на цьому рівні ми будемо тримати удари дронами по їхніх позиціях, наскільки це сильно може їм завадити продовжувати, принаймні, з повітря бити по Україні? Ну, вот если сравнить, допустим, в Крыму около 100, чуть больше 150 стационарных военных объектов, стационарных каких-то гарнизонных целей.
И 190 по 150, даже вот просто сравнить, это очень мало, так как военный гарнизонный объект, для того, чтобы уничтожить туда, надо только на один объект до сотни боеприпасов такого уровня. Потому это пока это капля в море. То есть это только начало. Для того, чтобы исчислялись количество работы беспилотников или дальних средств поражения по тылу, уже более-менее цифрами, которые должны быть, по крайней мере, это должны как минимум быть десятки тысяч ударов. Даже не сотни, не тысячи, десятки тысяч ударов. Вот впереди у нас производство, по крайней мере, наше министерство заявило о том, что готовится закупка и производство 200 тысяч беспилотников. Вот это те цифры, которые нам помогут уничтожать российские военные объекты. Так как беспилотники, они все-таки несут мало боевой части. То есть, ну, беспилотник максимум может, ну, сотню килограмм. Но это очень, так сказать, хорошо для беспилотника. А так в среднем это 20 килограмм. А ракета, вот ракетные удары, если бы были там 190 ракетных ударов, то это был бы, конечно, уже хороший показатель, так как у ракеты боевая часть 500 килограмм, до полутонны. Вот 20 килограмм у одного беспилотника и 500 у ракеты. Вот примерно так отличаются цифры, в таком же соотношении отличаются цифры, которые нужны для работы беспилотника. Пане Романе, є офіційна інформація вже від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він каже наступне, що частина українських пілотів вже готова до льотної підготовки на винищувачах F-16 в Данії. Тобто я правильно розумію, що фактично з 1 вересня ми можемо починати відлік навчання наших пілотів? Та часть пілотів, несколько у нас, по-моєму, ескадрилья пілотів, у которой був, ну, которые очень хорошо знали технический английский язык. Технические пилоты готовились с прошлого года, и помимо разговорного английского, естественно, изучали и технический английский, потому после того, как они попали на курсы улучшения языка или прохождения этого технического языка, там было понятно, что они и так его практически знают. А дальше была наземная подготовка, так называемая. То есть определенная программа наземной подготовки, изучение инженерно-технического состояние самолета, то есть инженерных систем, планера самолета, двигателя самолета. После изучения, прохождения и сдачи зачетов летный состав готов для выполнения уже летной подготовки непосредственно на самолетах, то есть уже начнут летать. Я думаю, в ближайшее время, действительно, уже с начала сентября, вот в ближайшую неделю, летчики начнут летную подготовку непосредственно на бортах. То есть подымутся в воздух, уберут шасси. Вот первый летчик, который уберет шасси на F-16 в воздухе, вот можно от этого времени начинать исчисление их летной подготовки. Летная подготовка будет длиться около 3 месяцев. За 3 месяца летчики с хорошим налетом на других типах истребителей, тех же советских, а у нас в основном они и поехали, они за 3 месяца полностью переучатся на F-16. Поэтому можно будет уже где-то ноябрь-декабрь ждать наших летчиков вместе с самолетом. Пане Романе, Єн Столтенберг, очільник Північно-Атлантичного альянсу, поговорив про наступальні дії Збройних сил України. І ми з вами раніше говорили, що багато хто з наших партнерів вважали, що наступальні дії будуть швидшими. А тут неочікувано генсек НАТО сказав, що українці перевищують сподівання і очікування. Чому така різка заява, ну, мається на увазі в зворотньому напрямку, різка заява від Столтенберга? Чи нарешті натівці усвідомили, зрозуміли, ми їм пояснили, що таке наступати на півдні України? Скоріше всього, Столтенбергу показали ті цифри техніки, які нам передали і які обіцяли. Він посмотрел, що це менше половини було передано і, звісно, удивився. Как с таким малым количеством техники от обещанного, переданного, мы вообще могли куда-то двигаться. Потому для него, конечно, это был в этом смысле шок. Это еще и без самолетов и без дальних ракет. То есть практически
не было ничего, но тем не менее есть определенный результат. И результат довольно-таки неплохой. Мы действительно за лето, прошли и линию обеспечения, это минные поля, по двум направлениям, это как минимум, и прошли первую и вторую линии обороны, уже первую и вторую, можно говорить, мы сейчас работаем со второй линией, расширяем плацдарм, и противодействие российской армии уменьшается довольно-таки серьезно, так как у них уже не хватает резервов, они уже не могут всю линию фронта в 1000 километров закрыть, еще и пытаются где-то там в районе Купянска наступать. То есть вот эта совокупность факторов, естественно, тот же Столтенберг, он прекрасно, он прогнозирует некоторые вещи, видит, куда, как и куда движется ситуация. Он уже видит, что в ближайшее время украинские войска начнут уже прорыв, даже не прорыв, я уже бы так сказал, прорыв, можно сказать, уже произошел, то есть мы уже вскрыли линию обороны, начнут масштабные наступательные действия, то есть выход в тылы противника, выход на оперативный простор, а дальше выполнение основной задачи. Поэтому он прекрасно это видит и прогнозирует, я думаю, даже чуть предвосхищает тот эффект, который сейчас будет. Ну, от, власне, пане Романе, «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на джерела високопосадовців військових Сполучених Штатах, кажуть, що Збройні сили України на Запорізькому напрямку подолали перший шар мінних полів, танкових пасток, траншей та бункерів. І тепер для нас потенційно є створені усі умови для стратегічного розширення фронту. Як ви вважаєте, це от те, що ви кажете, так? Що ми фактично прорвали першу лінію і довбемо другу? Ну, он, да, это все то же самое, он просто сказал чуть шире, то есть расширяем фронт, но это имеется в виду то, что мы с вами постоянно говорим, то есть плацдарм нужен, нельзя входить как нож в масло и отрезать кусок, то есть надо входить широким фронтом, это по фронту километров 20 должно быть для того, чтобы можно было вводить уже резервы и двигаться дальше на юг. Потому вот об этом как раз и говорится. То есть плацдарм, расширение фронта, плацдарм, ну и дальше движение таким уже уступом с укреплением флангов и расширением флангов. Это очень важно. Скорее всего, расширение флангов будет происходить на восток от Работина, то есть в сторону Полох, в сторону Гуляйполя. Вот этот такой клин будет уходить на восток. Ну и то же самое действие сейчас происходит, такого же уровня действия происходит на Временском выступе. Там тоже движение идем в сторону заветного желания, чуть юго-восточнее, но расширение флангов будет происходить тоже на запад, уже навстречу, опять же, к Гуляйполю. Это правильно, грамотно, и потом уже выход на Бердянск, общий выход, ну не именно на сам город на Бердянск, а вот в уровень Бердянска. Uh-huh. Скорее всего, произойдет уже с таким широким клином вот с Временского выступа на Бердянск, если проведете, и с Работина на Бердянск вот такой клин примерно. Вот не уже, уже нельзя, потому что у россиян может появиться возможность тогда с фланговых ударов и сжать наш прорыв. А вот где-то вот таким клином можно заходить и дальше раздвигать фронт. Мы получим дополнительно километров 80 фронта, то есть с одной и с другой стороны километров по 80, ну и 80 километров вверху на севере между Работино и Временским выступом. То есть вот таким треугольником, скорее всего, будет движение. То общее направление где-то на Бердянск. Пане Роман, як ви вважаєте, загалом наступальні дії на півдні, який буде бій найвизначальнішим, найвирішальнішим для того, аби унеможливити росіян тримати позиції на Запорізькому напрямку, Таврійському? Основной бой, скорее всего, ну только не основной, боев будет много и много тяжелых, а вот есть некоторые реперные точки, которые после прохождения которых, или линии, после прохождения которых можно уже говорить 100% о том, что битва выиграна, по крайней мере, на запорожском направлении, и сложится и запорожское, и
Херсонское направление. Это прохождение железной дороги. Вот если можно, покажите. Железная дорога идет с Волновахи на Черниговку и на Токмак. Вот эта железная дорога, вот ты, да, вот пересечение в любом месте этой железной дороги, причем именно пересечение. И контроль южных дорог уже, которые идут в районе Азовского побережья. Когда мы подойдем к железной дороге, мы уже сможем хаймерсами доставать до трассы сухопутного коридора, до трассы Мариуполь-Бердянск-Мелитополь. То об этом вот, и это будут такие тяжелые бои именно за вот эту железную дорогу. Они прекрасно понимают, что пересечение этой основной ветки практически ставит крест на обороне всей запорожского направления и Херсонского, кстати, в том числе. Потому вот до контакта, до выхода на железную дорогу будут большие бои. Пане Романе, також стало відомо, що з Куп'янського напрямку, де росіяни зосередили чималу кількість живої сили, вони вимушені перекидати якісь формування на Південний фронт. Скажіть, будь ласка, це в першу чергу свідчення того, що все валиться на півдні, чи все-таки розуміння росіян, що попри перевагу в живій силі, техніці, в ребах, в дронах, вони не можуть просуватися на Лиману-Куп'янському напрямку? Ну, в районе Лимана они могут, вернее, не Лимана, а именно в районе Купинска у них еще есть возможность движения, то есть количество сил, средств, которые у россиян там собрано, достаточно для того, чтобы оказывать давление на наши войска. Мы это все удерживаем, но в режиме активной обороны, то есть там идут движения, причем знакопеременные. То есть там они еще понимают, что там они могут двигаться. А вот по остальным направлениям, Сватовское, тоже Лиманское направление, то та же Кременная, там у них нет никаких шансов движения абсолютно, потому части, которые могут быть использованы на других фронтах, они забирают оттуда и перебрасывают на Запорожское направление. То есть уменьшая сейчас интенсивность боев в районе в районе Кременной и Сватово, они пытаются законопатить дырки, где у них сыпется по запорожскому направлению. А вот с Купинского они не снимают. То есть они там удерживают группировку до 50 тысяч человек и будут ею давить на Купинск узловой до осенних дождей. Давить может быть не для того, чтобы даже выйти на Купинск или на Купинск узловой, для того, чтобы удерживать наши войска или постараться витягнути на Куп'янське направлення стратегічні резерви. Пане Роман, і останнє запитання по Бахмуту. Ми вчора з вами згадували, Ганна Маляр казала, що начебто ми там в оперативне оточення взяли росіян. Як ви вважаєте, наступні тижні, місяці, як буде розвиватися ситуація, маю на увазі, чи нам треба кудись рухатись, чи нам просто потрібно далі тримати на вогневому контролі, тому що розуміємо, що це є політичне рішення в росіян тримати бахмутський напрямок, відповідно, вони нестимуть далі там втрати. У нас там дуже хороше оборонительне укріплення і хороше оборонительне положення, тобто в обороні. Ми зайняли висоти, ми туди підтягнули батареї, які контролюють входи-виходи із всіх населених пунктів по лівому берегу. В районе Бахмутки, реки Бахмутки. Потому двигаться туда, там точно никуда не нужно. Максимум это двигаться в сторону Горловки. От Бахмута в сторону Горловки по высотам. Это, кстати, и делается сейчас. И Клещеевка, высоты Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки. Это общее направление на Торец, на Горловку. То есть, если там куда и прилагать усилия, это как раз в движении. Это как раз вот на юг от Бахмута. Как бы это странно ни звучало, но... Это грамотно. А в районе Бахмута удерживать высоты и просто уничтожать россиян, как мы в свое время несколько месяцев их уничтожали на острове Змеином или на правом берегу Днепра. Та же самая картина. Уничтожаем, пока им нравится, пока мы их там отминусовываем. А когда разонравится, они просто перестанут заходить в тот же Бахмут, Клещеевку, Андреевку, выйдут из Курдюмовки, прекрасно понимают, что это очень... хороший полигон для их уничтожения. Но пока они там, есть смысл их отминусовывать, потому что первая задача любой армии – уничтожение армии противника-захватчика. То есть мы можем освободить территории, когда будет уничтожен последний россиянин с оружием. Вот после этого можно говорить об освобождении наших территорий.
Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю, на календарі сьогодні 31 серпня, четвер. Не забувайте, будь ласка, звісно, підписуватись, коментувати, обов'язково ставити лайки, аби традиційно кожного дня ми потрапляли в рекомендації YouTube, і більше українців могли зрозуміти, що, де і як відбувається на фронті, і де наші герої вибивають окупантів. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірах 24 каналу.